שלום לכולם, קוראים לי דימה והגעתם לערוץ כמעט עברית שאנחנו לומדים עברית יחד איתי. Всем привет, меня зовут Дима, и вы на канале Почти Иврит. И мы будем сегодня учить Ходшей Ашана. То есть Ходеш – это месяц, Шана – это год. Ходшей Ашана – месяца года. Я буду говорить месяца, вы будете слушать произношение, как правильно говорить. Максимум повторяйте вместе со мной. Начнем январь. Януар. Януар. Февраль. Фебруар. Февруар. Мерц. Мерц. Апрель. 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 Май. Май. Юни. Юни. Юли. Юли. Да, я не говорю уже на русском, потому что нету смысла, но по очереди идет. Потом август. Август. Септембер. Септембер. Октобер. Октобер. Новембер. Новембер. И декабрь. Децембер. Децембер. В общем, все просто, ничего особенного нету. Похоже на русский. Немного другое произношение, немного по-другому звучит, но ничего сложного. Что можно спросить? Матай ешлиха йом уледет. Это когда у тебя есть день рождения. То есть матай, я тут написал, матай ешлиха йом уледет. Когда у тебя день рождения? Ответ это обычно либо вы говорите месяц, день месяца и месяц, или просто месяц. Как вы выбираете? Ешли йом уледет баштемесре ле новембер. У меня день рождения 12 ноября. Или можно, я могу просто сказать «бе новембер». «Ешли йом уледет баштемесре ле новембер». «Ле новембер» – января. А если я говорю «бе новембер» – это «в январе». «В январе» – «бе новембер». В принципе, все. И если вы хотите еще остаться и послушать месяца именно еврейские, как они произносятся и когда они находятся, я тут тоже записал. Первый месяц – это между сентябрем и октябрем, называется Тишрей. Второй месяц между октябрем и январем называется Хешван. Между ноябрем и декабрем – Кислев. Потом между декабрем и январем называется месяц Тевет. Между январем и февралем называется Шват. Адар – февраль-март. Нисан – март-апрель. Ияр – май-юни. Сиван – юни-юли. Тамуз – и Элюль. То есть они идут по очереди. Тишрей, Хешван, Кислев, Тевет, Шват, Адар, Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, Элюль. Это все месяца, и очень часто вы можете встретить название людей как название месяцев. Адар – это женское имя. Нисан, Сиван – это имена. Не все месяца, конечно, потому что, допустим, Эвер – это грустный месяц. Никто не назовет своего сына грустным названием. Хотя, может быть, такое тоже бывает. В любом случае, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. Будет много чего интересного. Это было такое простенькое видео. Надеюсь, вам понравилось. Снова я повторю месяца еще один раз. Януар, февруар, мерц, апрель, май, июнь, июль. Август, септембер, октябрь, ноябрь, декабрь. Практикуйтесь. И матай еш лахем йом уледет? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.